Древний город, история которого насчитывает более 2500 лет. Феодосия. Единственный город в Крыму, сохранивший свое историческое древнегреческое название Феодосия, что в переводе «дар богов». Небольшой, уютный, солнечный город Феодосия. Если ты любишь понежиться на песчаном пляже и полюбоваться бескрайним горизонтом, это к нам, в Феодосию. Один из самых больших в Крыму, удобный Феодосийский залив. Бескрайние степи, близость гор и большое количество солнечных дней создают все условия для хорошего отдыха. Просторная набережная, украшенная старинными виллами, напоминает о богатом прошлом славного города. Здесь были Екатерина II и Пушкин, Паустовский и Мандельштам, Гагарин и многие другие. Здесь жили и любили этот город великий маринист Иван Айвазовский, русский поэт, переводчик, художник Максимилиан Волошин и непревзойденная поэтесса Марина Цветаева, писатель-романтик Александр Грин и знаменитый скульптор Вера Мухина, о жизни и творчестве которых можно узнать в музеях города. О прошлом и настоящем расскажут сотрудники одного из старейших в Европе музея древностей, а также стены Генуэзской крепости, древние православные храмы и средневековая мечеть Муфти-Джами. Не забыт горожанами подвиг воинов Великой Отечественной войны, в память которым поставлены мемориалы и обелиски славы. Вечная им память и безграничная благодарность за сегодняшний радостный день. Во все времена феодосийцы отличались этническим разнообразием и толерантностью. Подтверждение этого – многочисленные национальные кафе и рестораны. Сегодня город растет, становится красивее и комфортнее, привлекая туристов большим выбором гостиниц. Приятное дополнение к отдыху – экскурсии и путешествия по Крыму. Для любителей природы – пешеходные маршруты по заповедным местам. Для любителей острых ощущений – дайвинг, конные прогулки и путешествия на квадроциклах. Кроме того, в Феодосии есть уникальное место, равного которому нет на всем Евразийском континенте. Это хребет Узунсырт, или гора Клементьева. На восходящих потоках воздуха, как птицы, взымают вверх парапланы и дельтапланы, парящие над потрясающей красотой гор и долин, покрытыми виноградными коврами, потухшим вулканом Карадаг и бескрайним синим морем. Издревле Феодосия – край виноградарства и виноделия. В честь празднования урожая винограда и окончания курортного сезона ежегодно проводится винный фестиваль «Вайнфеофест». Со всего Крыма съезжаются производители вина, привозя свои лучшие образцы. Много лет подряд в Коктебеле проводится джаз-фестиваль. Музыканты со всего мира собирают вокруг себя многочисленных поклонников, создавая атмосферу романтики, любви и красоты. Курортный сезон 2014 года был открыт новым, но так быстро полюбившимся рыбным фестивалем «Барабулька». В исторической части города собралось огромное количество людей, чтобы отметить начало сезона и возвращение домой на родину, в Россию. Феодосия – город солнца, моря, счастья и любви. И мы вам говорим «Добро пожаловать!»